Сегодня вакантные должности руководителей, инженерно-технических работников среднего звена, рабочих. О нехватке кадров в строительной отрасли говорили в региональном правительстве. Проблема требует оперативных мер. Этим займется Колымское управление архитектуры и градостроительства. Варианты решения вопроса подготовят к следующему заседанию правительства. Среди других поручений главы региона ведомству – отчитаться о планах по благоустройству. Я вам давал поручение по поводу плана планировок наших районных центров. Вы мне расскажете на ближайшем совещании, как прекрасно в вашем представлении будут выглядеть наши районные центры. Я Магадан сейчас не беру, они пытаются сами заниматься. У них есть структура. Планируется сократить сроки, отведенные на признание аварийного жилья непригодным для проживания. Таких в Магадане около 40.